Всем привет, с вами Андрей. Продолжаем играть в Call of Zone. Загрузка кордона идет. Итак, смотрим, что у нас на текущий момент есть. У нас есть обрез. Это что такое? АКМ-74. Убитый в ноль. Избавились от него. Есть пистолет фора 12, патрона 191 штука, обрез. У нас какой обрез? Да почему описание так нельзя посмотреть, а? Просто обрез. Ясно. Обрез, урон 40 на 4. Скорострельность, точность, то есть один из самых распространенных видов вооружения у бандитов, поскольку удобен для скрытого ношения, очень эффективен в ближнем бою. То есть против мутанта пойдет. В общем и целом. Так, нам бы желательно на сегодня посмотрим, что у нас по квестам. Уничтожить разведку наемников. Ну, это вряд ли. Сколько там наемников у нас? Где у нас там квестами-то этот? А вот, вижу, нашел. Наемник 5 штук. Ну, в принципе, можно попытаться, но их 5 штук все-таки достаточно много. Через сохранение, если только. Не знаю, насколько это эффективно будет. Посмотрим. Так, у нас 14 аптечек, 2 энергетика, 3 колбаски и 2 хлебушка. Так, пробежимся. Это что у нас бодрость? Не тратится нифига. Так, это у нас кто? Это у нас враг военный, новичок. Попробуем убрать к бою. Так, смотрим, что у нас там. Их четверо было вроде, да? Нас обходят. Так, обходит, зараза. Остался один. Ждем. Выжидаем. Сами не суемся. Пускай подходит. Поедим пока. А, он подходит, отлично. Смотрим, в какую сторону пойдет. Вниз, да, отлично. Отлично, абонент готов. Перезарядились, забрали то, что у него есть. Аптечку он нам выдал, юзанули аптечку. Благо, пока у нас здоровье не восстанавливается, будем юзать аптечки. Смотрим. Где тут у нас еще одна? Еще один ПМ. Выходим. 8 опыта получили. Сохранили момент. Нам не смогли дать сохранить. Теперь сохранил. Отлично. Продвигаемся дальше. Смотрим, кто у нас дальше. Тут никого нету. Смотрим, кто это. Слепой пес, кабан. Слепой пес. Ну, ребята, конечно, неплохие, но проблема в том, что их вот, например, трешку выбивать без какого-нибудь дробаша
Будет очень проблематично. У дробаша очень мало зарядов. Можно попробовать вот этого кабана выбить. Попробовать на привал в лесу залезть. А тут у нас кто? У нас кабаны тоже. Это у нас кто? Это плоть. Да, наверное, попробуем вот этих, хотя... Проще, наверное, попробовать наемничков. Где у нас наши наемнички? Вот наемнички. Попробуем наемничков тогда в самом низу пока. Будем продвигаться потом дальше. Перекусим это дело. Ты кто? Ты военный, да? Ну давай посмотрим, как ты что из себя представляешь. Тревога. Танк. Наш танк. Спрятались. Нас пытаются обойти. Так, ну и где все? Давайте, ребятки, поползаем, не стесняемся. Ребятушки, вы где? Ну нифига, что так далеко встали-то? Алло, давай подползаем, ребята, давай, давай. Не стесняемся, подползаем. Не, ребят, я не пойду. В лобовую атаку на двух автоматчиков этому мазохизм идти. Так, один начал двигаться, он подходит с левой стороны. Отлично. Ай, бегу, 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 бегу. Между пулями. Хорошо. Давай второй, беги. Ты нас видишь? Давай, давай, давай. Ну давай, родной, шевели поршнями. Но, в принципе, тебя надо убирать тут. Так, еще один автоматик. Еще одна аптечка, юзаем. Они нам потратили хп немножко, патрончики. Еще одна аптечка. Выходим с локации. 8 опыта получили. Смотрим по свободному месту. 28, 60. В принципе, неплохо. Продолжаем движение. Сохраняем ребяток. Так, нам получается до наемников надо идти чисто по дорожке прямо. Бежим к наемникам выполнять квест Сидоровича. Можно перекусить, чтобы не сильно голодать. Бьем наемников. Машина, 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 хорош. Очень больно ребята стреляют. Блин, а. Чё ж вы такие нестандартные ребята? Две аптечки мне пробили, а. Ай-яй-яй, ребята, ребята. Давайте, ребята, подходим. По одному желательно. Машина неудачно стоит, она как-то, блин. Так, к нам слева подходит. Отходим чуть-чуть. Чтоб фул контакта пока не было. И... На ножи его! Убегаем, убегаем, убегаем. Ждем второго. Кстати, можно было попытаться с обреза, наверное. Обрез, наверное, окупился бы. Я так думаю. Перекусили немножко.
Абонент готов. Ну и что вы тут хранили? О, оружие все красное. Патроны какие-то новые у нас. Аптечку вы мне вернули, спасибо. Пистолет какой-то новый у нас. Ух ты, прикольно. Еще какая-то автоматка. И еще, ух ты, вы прям молодцы. Ребяток убрали, возвращаемся. Я там заметил много нового оружия. Сейчас у мастера что-нибудь выберем, починим. Так, смотрим, что у нас тут. Так, у нас есть две. Описание. АКМ-74, состояние 42. АКМ-74, состояние 26. Так, 26 продаем, 42 оставляем. Значит, выложить. Положить. Так, два красных мы не продадим. У нас есть описание. Гадюка 39. Есть гадюка 32. Гадюку 39 выкладываем, гадюку 32 берем. Так, у нас есть пистолет новый. Называется Марта, состояние 45. Урон 35, скорострельность 22. А наш сколько пистолет? Урон 32, скорострельность 20. А там 35, 22. Ну, явно Марта лучше. Поэтому чинить будем Марту. Еще какой-то есть пистолет. А, ХПС 1М. 32, 22. Ну, он прям в дрова убитый. То есть мы очень дорого его будем чинить. Так, у тебя какие пульки? Ага, то есть у тебя 9-19 пульки, серьезно? Описание, да, у тебя патроны, то есть получается у нас еще тип патронов меняется. Ясненько. Но в принципе у нас есть оба типа патронов, можем попробовать, наверное. Посильнее вооружение, как-никак. Немножко будет. 18-й тогда пока выложим. И выложим пока этот, нашу фору. Все остальное по возможности продадим. Так, что тут у нас? 4 энергетика. Пока положим. Сделаем 3 энергетика, оставим 1. Консервочки, я думаю, пока все выложить. У нас патроны новые. Описание 5.56.45. А эти 5.45.39. Эти у нас 5.56.45. Ясно. То есть это новые патроны для нас. Выкладываем их пока. Продаемся. Сидоровича. Что тут у нас получается? Калашек. АКМ-74 есть. Этот ты не покупаешь. Этот ты не покупаешь. Этот ты не покупаешь. Гадюку за 300. ПМ за 70. Ну, в принципе, неплохо. Чутка подняли. Так, получается, этот... Мусор стоит лучше выкинуть. Так, патроны положить. 5.45.39.
Так, водка. А, у нас 8 патронов, серьезно? А, 15, все. Я думал, 8, думаю, как так-то, блин? Нормально. Так, сдаем квестик. Давай, расскажи мне. Или мы не наемников не убили? Что-то я не понял. А, доложить волку. А я думал, Сидоровичу. Ну ладно, сейчас волку доложу. Я разобрался с наемниками. Волк. Здорово, брат. Я говорю, я разобрался с наемниками. Что теперь? Молодец, вот твоя награда. У тебя есть еще работа. У нас севернее местной фермы мутанты себе логово свили. Ну как логово? Пока это до этого не дошло. Но вот если чуть-чуть еще подождать, то оно обязательно будет. Понимаешь? Псевдопсы. Нам, кстати говоря, они и нужны. Псевдособаки. У нас там повадились бродить. Вот поможешь нам, так и мы не забудем. И деньжат подкинем. Полученные деньги 400 000, аптечка одна штука. Я займусь мутантами. Нужно помогать друг другу, тем более тут такое под боком. Видишь, все понимаешь. Ладно, смотри, сталкеры, что уже из зелени начали более-менее опытных ходоков превращаться. Оттуда чуть ноги унесли, понимаешь, себя переоценили. Да и товарища еле донесли. Мы тут его подлатать успели, пока коней не двинул. Это, конечно, хорошо, но подробности будут какие-то. Видишь, все понимаешь. Ладно, смотри, сталкеры, что уже из зелени начали в более-менее опыт. А, это мы прочитали. Да, мало, но есть. Их пятеро всего. Точнее, видели их только пять. А как там на самом деле, фиг его знает. Не маленький, разберешься. То есть волк нам дал задание на уничтожить логово мутантов на севере кордона. Ну, у нас, в принципе, хорошее вооружение из разряда дробовичок. Единственная проблема в том, что нам нужно починиться. Дойти к технику, починить нашу снарягу. Сохранились. Смотрим, где это логово находится. Ух, ничего себе. Их тут 4 штуки. Слабый враг псевдособака. А Сидоровичу нужно псевдособаки хвост. То есть нам желательно, чтобы с этих ребяток дропнулся хвостик. Но проблема в том, что мы до туда не дойдем. Нас бандиты тормознут, скорее всего, потому что они здесь прям по дороге стоят. И плоть тут и одна гуляет. Понятненько, понятненько. Такс. Я предлагаю зайти в аномалию, посмотреть, может, у нас артефакт новый появился. Так, особо не торопясь, артефакта нету. Ну ладно, побежали тогда дальше. Бежим! Так, сейчас бандосики пойдут. Пошла шпана местная. В принципе, мы их можем обойти. Неизвестно, что там будет по псевдособакам, поэтому лучше пока обойти бандосиков. Благо, есть возможность. А вот плоть мы, наверное, не сможем обойти. Попробуем на плоть наехать. Наехали на плоть, убрали плоть. Нам она дала свой глаз, скорее всего, да? Я правильно понимаю?
Да, глаз плотим. Убегаем. Так. Radiation нарисовалась у нас. Аккуратно, радиацию не хапаем. Двигаемся потихонечку. Так, у нас получается псевдо-собаки, да? В принципе, 15 патронов, там 4, наверное, все-таки дробаш лучше будет смотреться. У нас 42 патрона, правда, но фиг с ним, попробуем. Ура! Больно бьете, однако. Отлично. В одну аптечку вложились. Перезаряжаемся. В 9 патронов. Нам хвост дали, который нужен как раз Сидоровичу. Даже несколько. Отлично. Это прям продуктивнее некуда получилось у нас. Перекусим это дело. Вышли. Сохранили прогресс, чтобы не убежал от нас никуда. На обратном пути можно бандитов щемануть. Аккуратненько желательно. Чтобы они от нас не убежали. Тихо, тихо, тихо. Не все сразу, ребятки, подходим по одному. Тихо, тихо, тихо. Так нечестно. По одному, ребятки, по одному подходим. Не все сразу. Аж хитрые, блин. Так, смотрим. У нас осталось двое, да? Давай подползай, мужичок. С автоматиком. О, молодец. Это правильное решение. Ждем следующего мужичка. Интересно. Что ты сделаешь против дробаша? Ничего он не сделает против дробаша. Дробаш в упор, просто давай до свидания. Ха! Класс! Против дробаша вы ничего не смогли сделать. Перекусим это дело. Да, дробаш, конечно, на ближней дистанции прям мастхевчик рулит. Рулес. Три штучки. Давай три штучки засыпем. Я иду. Доставай стволы. Из коробки. Абонент готов. Я жду вас, ребята, и подходим по одному, не стесняемся. Ну и чё мы стоим, сопли жуем? Вы думаете, я буду один в двоих подходить? Да нафиг вы мне нужны такие красивые? У меня броня слабее, чем у вас. Давайте, ребята, подходим, не стесняемся. Вы что, испугались дробаша?
Ой, да ладно вам, дробаша испугали. Ну ты чё, интеллект? Уровня плинтус, давай. Ты меня не видишь, что ли? Нет, ты меня должен видеть. Блин, ну что мне с тобой делать, зараза? Сейчас мы подумаем над тобой. Аккуратно, ребяточки, аккуратненько. Один выстрел, один труп. Красота. Вот это я понимаю, хорошее оружие. Жалко, патроны не дропаются к нему. Патронов очень мало, блин, зараза, у него. А так бы прям ничего. Так один выстрел, один труп. Красота. Дробашка ж рулит неплохо. Это получается обрез у нас. Ну, и понятно, мы вплотную по ним стреляли, блин. Пацаны, доставайте стволы. Юмористы, блин. Так, это что у нас за тип вооружения? АКМ 74-2У. Состояние 36. А это у нас что такое? АКМ 74-2. Так, скорострельность 32. Так, урон 32, скорострельность 38. Так, это хуже. 48. 48. Это слабее. Значит, это убрать. Это убрать. Глаз плоти, наверное, тоже пока стоит убрать. Это тоже убрать стоит. Сходить починиться немножко. Так, мы стреляли с этого, с этого, с этого. Чинить. Чинить. Не нуждается. Дробаш не нуждается в ремонте? Как это? Я из него же постоянно и стрелял. Очень странно. Ладно, хорошо. Учтем. Починились. Так, сначала, наверное, к волку надо забежать. Рассказывай, волк. Логово мутантов уничтожено. Они доставят тебе больше проблем. 50К. Патроны 5,39. 5,45 на 39. 5,19. И противорадиационные препараты. Молодец. Так, а что-нибудь еще ты мне скажешь? Так, ему нужен хвост слепого пса. Хвост слепого пса. Я понимаю, что работаю такси, да и деньжат тоже. Но если хвост слепоша мне принесешь, деньжат чуть подкину. Собак полон на кордоне, так что сам поищи. Можешь и не искать, сами найдут. А как найду, принесешь. Хорошо, хорошо, обязательно. Принесем тебе. Медузу я тебе не отдам, поможешь идти в баню. Я принес хвост псевдособаки. Вот, держи, полученные деньги 650К, патроны 5,45 на 39, аптечка. Спасибо. Есть работа на примете? Нет работы на примете. Торговать.
Продать. Так, нам, наверное, стоит у тебя приобрести дроби немножко. Прям дробь что-то мне прям на ура заходит. Один выстрел, один труп. А мы ж тебе отдали, да? Ну тогда можно продать. Возьмем у тебя всю дробь, которая у тебя есть. А вот это что такое? Охотничье ружье. Урон 38 на 4, скорострельность 62. Урон 40 на 4, скорострельность 62. А, то есть это даже хуже получается? А может количество патронов больше? У ружья патронов больше? Широко распространенное охотничье ружье вертикалка, благодаря хорошей точности и хорошим оставшимся действиям, обеспечивает более надежный от мутантов, чем пистолет. Очень дешево доступно в сравнении с большинством видов оружия, поэтому активно применяется новичками и бандитами как на окраине, так и в центре зоны. Ну, скажем честно, сомнительно. Подожди, радиус чё-чё-чё? А, ресурс выстрелов. Я думал, радиус выстрелов. То есть получается охотничье ружье даже чуть лучше, чем наше текущее. Оно стоит 600 рублей. Фу, копейки. Хотелось бы, конечно, вот этот костюмчик. Берил 5. Но, блин, он стоит, ё-моё, 12 кусочков. Тут у нас что? Так получается 25-15. Тут у нас... Не понял. 20-10. Ну и толку. Ну, как бы хотелось бы, но она и дорогой ремонт надо будет. Поэтому пока немножко повременим. Так, нам нужно что? Так, положить. Дробаша, что-то вообще патронов маловато. Нам нужно, получается, хвост псевдособаки, да? Сейчас мы пойдем ее выбивать. Военный. Ты кто? Ты кто? Четыре военный. Четыре военные, это интересно. Где у нас собака? Песики! Вы где? Военные. Стопэ. Ага, вы меня оба обходите, да? Ага, ясно. То есть мне невыгодно по вам стрелять. Выжидаем. Чуть-чуть подождем. Но вы подгребать-то будете, товарищи? Молодец. Давай, давай, ближе, ближе. Абонент готов. Ну что ты, блин, застряла? Ты что, застрял, да? Отлично. Абонент готов. Аптечку ты мне выдал правильно.
Еще одну аптечку выдал. Это правильно. Еще пистолетик. Это ты молодец. Хороший мальчик. Так, нам нужно найти собачек. Песики! Песики, вы где? Я иду к вам. Вы где? Это песики? Это плоть. Плоть нам не нужна. Нам нужны песики. Это кабаны вообще. О. Где песики? Кабан. Вот он, пес, но он вместе с кабаном. Блин, мы, наверное, завалим обоих. Я бегу, песик, не убегай далеко. Кабан. Блин, получается, надо кабанов тушить сначала. Или они все вместе сагрятся? Давай, хрюк-хрюк. Молодец. Минус кабан. Минус кабан. Но он мешал до песиков дойти. А нам песики по квесту нужны. Я иду к вам, песики. Хвостик, спасибо за хвостик. И второй хвостик. Ой, ты мой хороший. Молодец. У меня два хвостика дал. Это ты правильно сделал. Все, убегаем. Бежим, 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 бежим. Оп. Оп, артефактов нету. Убегаем, убегаем, убегаем. Ну, 500 монет, аптечка и патроны 5,45 на 39,30 штук. Спасибо, брат. Есть работенка. Артефакт медузы я тебе не отдам. Медузу я тебе не отдам. Уж извини. Перекусили. Ура! Вы кто? Вы кто, товарищи? Три военные. Три военные, три военные.
Один вижу, второй вижу. Отлично. Абонент готов. Ждем. Пока перекусим. О, уже подвигает. Давай, 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 двигайся, двигайся, двигайся. И на ножи его. Отлично. О, автоматик нам выдал. Молодец. И еще один автоматик. Какой ты молодец. А. Одно радует, хоть не пустыми, ребят, ходите. Надо прожать немножко. Ну ты чё? Не надо, иди на меня, ко мне, ко мне, ко мне, дорогой. Не надо на базу идти, на нашу новичковскую. К новичкам в гости идти не надо. Лучше иди ко мне в гости. Ой-ой-ой, аккуратно, ребята, аккуратно. Меня убивать не надо. Я хочу жить! Убивать меня не надо. Промахнулся. Ай-яй-яй. Абонент готов. Он подходит аккуратно. Смотрим в сторону. Давай, давай, аккуратно. Подползай. Право, право. Давай. Ну что ты смещаешься? Ну что ты как не родной, а? Давай, на ножи. Отлично. Абонент готов. Ну, что-то как-то слабовато, ребят. Я, честно говоря, думал, что посерьезнее будет. Ни одного пистолетика у вас не было. Ну что за? Ребята! А у меня, смотри, пистолетик все-таки выдал. Молодец. Я уж думал, вы меня без еды даже оставите. Так, починиться. Ага, это чинить не надо. Надо продать. Так, этого положить. Нам это не нужно. Это 18-й, 18-й. Положить нам это не нужно. Консервы нам также не актуальны. 5 энергетиков. Блин, вот куда столько, блин? И таким количеством. Ух, ничего себе, вы нас пистолетик пробили. Вот это да, молодцы. Сразу видно, что ребята умеют стрелять. Дробашек. 10 копеечек. Торговать. Описание фура. А мы зависли, судя по всему. Торговец завис. Изображение торговца зависло. Ну ладно. Так, это у нас сколько процентов? 43. А у нас сколько? 42. Это наша же, да? Так, АКМ-74-2. АКМ-74-2. Это 43%. Это 42%. Положить. 42% взять.
Ну ничего себе, нам плюс 1% отдали. Вот это да. Вы молодцы. Ладно. Блин, патронов у него мало, блин, а. Есть работенка, артефакт Медуза. Ты нам не интересен, человек. Медуза нужна самому. Ну ладно, на этом, я думаю, на сегодня можно заканчивать. Мы выполнили квесты Волка Сидоровича. По кордону погуляли. Будем дальше смотреть, куда нас кто отправляет позже. Ладно, всем спасибо. С вами был Андрей. Всем пока.